Дорогие друзья, уважаемые коллеги, от всего сердца примите самые добрые и искренние поздравления с нашим профессиональным праздником, замечательным праздником, Днем Пограничника. В этот замечательный день я, конечно, хочу пожелать всем тем, кто причастен к славным задачам по охране государственной границы, всем тем, кто когда-то служил в пограничных войсках, всем тем, кто сегодня проходит довольно-таки непростую и тяжелую службу в сложных условиях, всем тем, кто находится в рядах отслуживших в пограничных войсках, конечно же, крепкого здоровья, счастья, удачи и благополучия. Всем тем, кто служит, конечно же, успехов в этом нелегком деле по защите и охране государственной границы. Конечно же, хочется сегодня, в этот день, вспомнить всех тех, кто отдал свои жизни, защищая наш покой, мирное небо. Всех тех, кого нет уже сегодня среди нас, вечная им память и наш низкий земной поклон. Дорогие друзья, от всего сердца с праздником вас, счастья, здоровья, благополучия, удачи и успехов.